Продолжаем проходить Quake. У нас третий эпизод и у нас уровень 2. Так, тут у нас ловушечка сейчас. Давайте. Основной зомби, нам нужен гранатомет. Конечно, мы здесь получаем гранатомет. Хитрющий какой, а? Да блин, ты-то тут дрянь, а? Заманало. Он вот оттуда, он снизу. Телепортировался сюда. Я думаю, нам нужно сходить за... И пока не пойдем. Да, пойдем попозже. В общем, что у нас тут? Так вот. Даже лучше, чем я думал, получше. Ну, получили броню. Она еще на время. Сдохни ты. Здесь еще один. Должно бы трое быть. Вот это один исчез. А вот он. Он просто там, видимо. Ой, блин. Он там припоздал чутка. Чутка припоздал, да? Ничего страшного. Ничего страшного. Так, ну-ка, где у нас? Так, ладно, пока оставим здесь аптечку. На всякий случай, потому что сейчас нас там дальше тоже ожидает. Не самое такое хорошее место. Давайте-ка иди сюда. Я знаю где-то. Все, сдох. Сдох. У нас здесь не очень хорошее местечко. Но он, по крайней мере, уехал наверх. Давай, ты идешь сюда? Так, все, можно туда выдвигаться. Ах, ты, блин, я забыл, что ты наверх уехал.
Совершенно забыл, блин. Ну ладно, у нас аптечка есть. Ой, блин, а. Где мой дробовичок? Готов. А тут у нас секретик. Ладно, здесь бронь был бы вообще замечательный. Ну ладно. Так, хорошо. Тут же у нас еще второй есть секретик. Сколько нам это понадобится, я не знаю сейчас. Если успею, это будет хорошо. Не успею. Не успею. Ну ладно, в принципе, это не страшно. Да. Все вроде бы, да? Да бери ты, блин. Еще что-то стесняется, что-то не хочет брать. Ну ладно. Опа. Где-то еще одна должна быть. Дрянь. Шамбер, у меня выгодная позиция. Тихо. Все, он выбыл. Ну ладно, сходим сейчас, наверное, все-таки за этим секретом. За последним секретом, который здесь у нас есть. И он здесь близко. О. Так, ну я думаю, что в принципе мы можем выдвигаться туда вниз. Получаем ключ. Сохраняемся.